Буквально несколько минут назад к нам поступили шокирующие новости из мира российского шоу-бизнеса. Вчера вечером Игорь Юрьевич Николаев со своей супругой Юлией Проскуряковой направился в город Люберцы для очередного концерта. Однако это путешествие закончилось весьма печально, и композитор не доехал до подмосковного города. Как уже позже рассказала Юлия Проскурякова, которая не пострадала в происшествии, ее супруг заступился за девушку, которая на трассе торговала сувенирами с символикой Российской Федерации. Стали известны подробности печального события. По словам супруги Игоря Николаева, на трассе Москва-Люберцы они увидели маленький придорожный магазин, где девушка торговала флагами с российской символикой. Практически в то же самое время к магазину подъехала иномарка, из которой вышло несколько незнакомцев. Преступники стали топтать флаги с российской символикой и оскорблять девушку. Игорь Николаев попытался отпугнуть хулиганов сигналами клаксона своей машины. Однако, поняв, что это бесполезно, он решил выйти из автомобиля и заступиться за девушку. Уже позже в интервью прессе Юлия заявила: «Когда Игорь видит какую-то несправедливость, он становится импульсивным и не думает о возможных последствиях». Стало известно, что терпение Николаева лопнуло, когда хулиганы стали топтать российский флаг. Несмотря на почтенный возраст, 62-летний Игорь Николаев попытался дать отпор преступникам и даже оттолкнул одного из них. К сожалению, силы были неравны. Трагедию смогли остановить автомобилисты, которые проезжали рядом и узнали известного артиста. Однако это не спасло Игоря Николаева от телесных повреждений. С травмами различной тяжести и сотрясением мозга он был доставлен в больницу города Москвы. Это уже не первый случай, когда Игорь Николаев проявляет себя настоящим мужчиной. Месяц назад на концерте в Грузии вместе с Дмитрием Маликовым он заступился за российский флаг и не дал опозорить родину.